Луковицы гладиолуса крупноцветкового сальфарина, сульфарина, принадлежат к группе сортов с зеленой окраской бутонов. У растения крупные цветки с широкими шелковистыми лепестками, отогнутыми назад. Их цвет кремово-салатовый, однотонный. Гладиолусы такой расцветки редко высаживают однородными группами, интереснее они выглядят в компании сортов других окрасок. Сочетая сальфарина с алыми, малиновыми и фиолетовыми цветами, вы получите яркую и праздничную клумбу. Компания с белыми и розовыми гладиолусами наполнит цветник нежностью. Гладиолус достигает высоты 110 см. Цветоносы его крепкие, опор не требуют. Бутонов на колосе образуется до 16 штук. Гладиолус крупноцветковый сальфарина – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Гладиолус прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гладиолус крупноцветковый сальфарина можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гладиолуса прекрасно подходит телепца и открытый грунт. Расцветает гладиолус крупноцветковый сальфарина в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы гладиолус могут быть до 10-12 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 10-12 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме мечевидный. Обратите внимание, что гладиолус крупноцветковый сальфарина – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.